Всем привет! Ты на канале Лена и Настя. И сейчас мы пройдемся по секонд-хендам Челябинска. Что же можно там найти? И начнем мы вот с таких домашних штанишек от фирмы Ойша. Они были очень мягкие. Мне так понравился цвет, такой мимимишный. Но, к сожалению, были немножко тесноваты. У меня сложился готовый спортивный образ из футболки Adidas и треников от Reebok. Очень удобно. В футболке мне понравился персиковый цвет. А еще непременно перед покупкой мы вот так тестируем всю спортивную одежду. Рукава реглан, свободный крой и очень мягкая ткань. Состояние как новое. Такие треники Reebok я бы больше отнесла к стилю casual, чем для спорта. Понравился их цвет, фасон, внизу они зауженные и внутри с утеплением. Размер XS, состояние великолепное. А еще есть вот такие магические шнурки, которые сами завязываются. Такой бренд нам встретился, Sportalm. Это австрийская одежда для повседневной жизни спорта и также горнолыжного спорта. Относится к классу элитной одежды. С немецкого Sportalm означает «спортивная лужайка». В своем производстве компания использует биохлопок высокого качества. Понравился красный капюшон, наличие боковых карманов. Очень удобная. Ну а мы идем дальше, и впереди у нас новая футболочка от фирмы Adidas. Линия Climalite Cotton. Очень приятная на ощупь, мягонькая. Тут целая энциклопедия. И стоит всего лишь такая прелесть 400 рублей. В магазине я видела такие поло, стоят в районе 2500. Летний мимимишный такой цветик. Такая футболка долгое время, мне кажется, из моды точно не выйдет. Можно комбинировать с джинсами, с шортами, с юбками. Для тех, кто не любит БУ одежду, но при этом хочет очень здорово сэкономить. Размер идет эмочка. Мне она как раз. Но я не любитель пола, поэтому брать я ее не стала. А у нас к вам вопрос. Как вы считаете, на какую тему нам стоит снять следующее видео? Ну, например, неудачные покупки в секонд-хенд или личный какой-то опыт секонд-хенда, самые крутые находки или свой вариант. Пишите в комментах, будем рады узнать. А на мне лосины Каджу Бразил. Это бразильская спорт-одежда для фитнеса и бодибилдинга. Вся одежда изготовлена из высококачественных и гипоаллергенных материалов, которые не раздражают кожу, а за счет плотной ткани достигается эффект бандажа. Немного жалею, что оставила их. Как же без нашего любимого крокодильчика? Фирма Lacoste, платье в полоску. Ой, как Настя любит такую полоску. Я сказала ей нет, потому что этой полоски у нее в гардеробе уже очень много. Такое платье будет великолепно сочетаться с обувью на низком ходу, например, кедики, мокасины, сланцы, сандали. Будет просто шикарно и при этом очень удобно. А сделано оно из 100% ХБ. И даже при моем невысоком росте платье оказалось все равно слишком коротким. Ну а мы идем дальше. Абсолютно новое платье от фирмы Finflare с этикетками. И чем оно мне понравилось? То, что оно идет лен с хлопком. Я считаю, это офигенно. Внизу разрезики. Можно носить как тунику, а можно как самостоятельное платье. Стоит эта радость 600 рублей. Для нового платья вообще классно. Цвет идет нейтральный, нежно-бежевый. Настя решила примерить, но я думаю, ей все-таки великовато. Размер больше S-очка. Фирма Escada. Интересная накидка. Размер где-то 46. Да, мне не по размерчику, но хотелось очень уж вам показать. А вот вам интересная история. Выбрать название для нового модного дома супругам Лей помогла лошадь. Присутствие на скачках они сделали ставку на жеребца по кличке Escada и не прогадали. Животное финишировало первым. На радостях от выигрыша Маргарет и Вольфган решили назвать компанию в честь победителя. Не знаю, как такие вещи носить, а что делают с этими завязками, завязывают или как декоратив оставляют. В общем, ну, я все-таки думаю, что это просто накидка. Состояние великолепное, просто как новое. Очень современно выглядит. Мне понравились цвета, словно картина. А вы бы с чем носили такую вещь? Пишите в комментах.
Платье испанского бренда повседневной и офисной одежды известен своим лаконичным кроем, сдержанной цветовой гаммой, а также качественными составами тканей. Предлагаю вашему вниманию вот такое красивое лаконичное платье от бренда Massimo Dutti из смесовой шерсти с кашемиром. Оно очень мягкое. Понравилось наличие такой детали на талии, с помощью которой можно регулировать ширину платья. Единственное, что смутило, это то, что трензель выполнен не из кожи, как обычно у этого бренда, а из... А как вам такое платье от фирмы Tibi? Очень популярный американский бренд. А славится он тем, что поставляет на мировые модные рынки прекрасную модную одежду для женщин и оригинальные аксессуары. Еще марка знаменита своими уникальными принтами. Автором-основателем этого великолепия является американский модный дизайнер, трудолюбивая и талантливая Эми Смиловиц. Ах да, и еще это шелк и, конечно, премиальный бренд. Карен Миллин, как всегда, в своем репертуаре, а именно необычные элементы, браво. Удобный рукав 3/4 выполнен из эластичной ткани, а само платье из хлопка. Внизу платья есть шлица. Обожаю шлицу за комфорт при ходьбе. Платье универсальное, подойдет как для офиса, так и для вечернего выхода. Благодаря красивым элементам и сеточке кожа отлично дышит, и находиться в этом платье в течение дня будет весьма комфортно. И снова фирма Escada. Великолепная жилеточка, 90% вискозы и 10% кашемира. Невероятно мягкая, уютная. Сзади идет металл, на котором выбит лого. Не знаю, как эти штуки называются. По росту, мне показалось, на мне великолепно сидит. Сбоку выполнено металлизированное волокно серебряное. Но вообще прикольно. Стоит даром 250 рублей. Отлично тянется. Можно носить на голое тело или с футболкой, либо с лонгсливом. Кардиган от бренда Escada, комфортная модель, классического кроя, не мнется, поэтому отличный вариант, чтобы носить его в прохладные дни с собой, в сумочке или на руке. Кардиган является элементом не только повседневного, но и делового гардероба. Привет, ребята, мы нашли вот такие классные рубашки на Папире фирма. Это идет 100% лен, вот такие гламурненькие розовые, сзади классный принт с логотипом, 100% лен. Мне понравилось то, что на пуговках логотип. В жару самое то. Вот такой вариант, две одинаковые. Размер 3XL, кстати. Под Настины волосы сейчас подойдут. Я тебе покажу. Ну как, мне идут? Одену как оверсайз, да? Пояском подтяну. А еще мне понравилось, знаешь, что ли? То, что здесь вот такая нашивка есть. Напоминает сафари. А я себе такую классную штуку нашла. Вот. Victoria's Secret, серия Pink. У них такое более спортивное разветвление, так что ее мы точно берем. У меня в этом выпуске прям на все желтое тянет. Нашла вот такую классную летнюю маечку от фирмы Zara. Делает Турция. Размер S. Укороченный вариант. Типа кроп-топа? Да. Очень классно будет шортами, кстати, носить. Или с юбочкой облегающей. Или с высокими джинсами. Тоже берем. А как вам вот такое платье фирмы French Connection? Выделенная зона лифа. И то, что оно вот такой комбинированных цветов идет. Очень прикольно. Размер XS. Прикольная. Ну это на тебя. Ну это мы знакомой. Мы пришли и сразу люди подтянулись в магазинчик. У нас еще трое штанов. Такие вот от фирмы Karen Millen. Мне нравится этот бренд. Я считаю, они еще современные, в стиле наездницы. Офигенные замки снизу. Мне вот, наверное, только замки понравились, что они с брендом. Я люблю замочки, но мне кажется, это так круто выглядит очень. Какой размер? Эска. Выйдут они в 250 рублей, и это день заноза. Вообще даром. Поэтому Лена и позвала меня шуршать весовые секонд-хенды.
А почему он самый главный? Фирма Армани. Вот такие классические более штаны, прямые. И их еще можно вполне поносить. Я бы не сказала, что они изношенные. Я бы не сказала слово поносить. Армани. Ничего такого в них нет, но это, знаете, джинсы на все случаи жизни, когда подойдут подо все. Вот такого формата. И последние джинсы, вернее, штаны. Calvin Klein. Здесь идут кожаные вставки и джинс плотный черный. Причем я думала, это дерматин. Посмотрели по составу, реально кожа. Мне показалось классно выглядит. Но вообще приколюшный. Как вы считаете? Всем привет! Вы на канале Лена и Настя. Давайте посмотрим, что же мы все-таки купили. Домашний обзор. И начнем мы вот с такой кепочки от фирмы Adidas. Да, я немножко в ней подурачилась в примерке. Очень удобная кепка, как для путешествий. Видите, да, вот эта часть тряпочная, то есть не сомнется, как, например, поролоновые кепочки. Ее можно вот так даже сжать и бросить в рюкзак. Ей ничего не будет. Плюс можно постирать в машинке. Я ее уже постирала. Вот такая чистенькая. Здесь сеточка. Такие кепки я обычно ношу либо в путешествии от солнца. У меня от предыдущего загара, от очков, видите, наверное, остались белые следы. И 2 года я их уже не могу ничем вывести. Да, вот такая ерунда. Поэтому я предпочитаю сейчас все-таки больше кепки одевать. Ну и плюс голову не напечет, если это все-таки солнце. Сзади удобная регулировка. Люблю такие вещи. И сеточка. При беге голова дышит и не так приедет. И мысли мочи идут. А зачем при беге мысли? Я просто отключаюсь, включаю музыку и бегу, наслаждаясь солнцем. Выглядит это вот так. Отличная кепка на лето. Либо вариант, как Настя сказала, из сериала «Дикий ангел». Как тебе такой формат? А смысл тогда в дизайне? Смысл кепки? Голову не напекло. Чтобы не напекло. Чтобы голову не напекло. И сзади, допустим, кожу, шею не сожгло. Ну, я предпочитаю кепки носить классическим методом. А также мы взяли джинсы Calvin Klein с кожаными вставочками. Джинсы можно стирать, поэтому решила Настя их все-таки себе взять. Единственный нюанс – это кожа. После стирки она, естественно, немножко сохнет, скукоживается, но у нас есть кондиционерчик для кожи и воск. Смотрятся они супер. Очень необычная вещичка. Джинсы очень удобные. Мне понравилось, что здесь очень хорошо тянется сам джинс. Они не сдавливают ноги, и в них очень удобно двигаться. Еще мы нашли вот такие кроксы. Крокс вообще в целом очень забавная обувь. Ее носят европейцы абсолютно со всеми образами, которые только можно представить. Это и платье, и шорты. Помню, еще когда у нас не было этой обуви в Германии, я была просто шокирована тем, как девушки вместо вечерних туфель одевали эти ужасные галоши. Мы сидели на балконе и тупо над ними ржали, когда девушка в изящном красивом платье шла вот в таких галошах. Ну, для меня это реально галоши, ну, обычные вот российские. Знаешь, либо классно в саду ходить в таких. У меня, кстати, мама типа таких тоже в сад взяла и счастлива, то, что их можно поливать, в грязи купать, а потом в машинку кинул с порошком, это все постиралось. Производят их в разных странах, в данном случае это Канада, мой размер, и можно носить как сланцами, так и сандалями, например, если более неровная поверхность, либо за рулем кто ездит. Вот такой вариант. Их купила я не в это поступление, а в другое поступление, и уже успела зато протестить, я была в них и за рулем, и ходила в дождь, в снег, конечно, не ходила, в жару ходила, кстати, удивительно, вроде резина, а ноги не потеют.
клево. Не люблю, когда ноги потеют. Начинает натираться подошва, мозоли образуются. Здесь вот такого не было. Мне этот формат очень понравился. И то, что ухаживать за ней вообще одно удовольствие. Тряпочкой протер или в стиральную машину кину. И чистая свежая обувь. Влажными салфетками, если кто-то более брезгливый. Вообще они очень удобные. Вот эта вот обувка. Я даже себе тоже такие купила. Но, правда, не за такую цену, как Лена. А, я же не сказала цену. Я их взяла за 100 рублей. Прикиньте, 100 рублей! Даром. На них никто не позарился, потому что они были очень грязные. Я взяла и искупала их в стиральном порошке. Два раза. Потому что с первого раза они не отстирались. Я хотела их отдать маме в сад ходить. У нее первые уже такие износились. Ну, когда они отстирались, такие золотые, подав все. А еще и Канада. У меня вот, кстати, точно такие же, только я покупала их в магазине. И они такие мягкие. У меня очень мягкие. Как по облаку ходишь. А вот Настя себе взяла серенькие. Они более жесткие. Видимо, от стороны производителя. Хотя, по сути, материал, я считаю, должен быть одинаковый. Почему они разные, не знаю. В магазины Крокса я тоже заходила. Это не сильно дорогая обувь, но вполне доступная. Как бы за 100 рублей мне интересней покупать. А дальше у нас две футболочки. Victoria's Secret, линия Pink. И Zara. Первая такая футболочка от бренда Zara. Производство Турция, выполнена она, вот как видно, из очень тонкого хлопка. Соответственно, ее будет очень классно носить летом. Здесь закрытые плечи, и она идет более коротко. Здорово будет с шортиками или юбочки на высокой талии. Ну, либо пупок можно оголить тоже, почему бы нет. Здесь понравились именно вот эти вот красивые цветочки. И с ними не проблематично, они легко отгладились. Взяли мы ее в весовом секонд-хенде за 40 рублей. Ну, потому что она легкая очень. Еще вот такая у нас находка, футболка от моего любимого бренда, ну, одного из моих любимых, Victoria's Secret Pink. И посмотрите, она абсолютно новая. Тоже была в весовом секонд-хенде. Здесь написано «Нью-Йорк». И выполнена она из хлопка и полиэстера. 60% хлопка и 40% полиэстера. Она очень тоненькая, размер XS, но я думаю, что здесь можно как оверсайз ее носить, потому что она довольно-таки свободная. Либо как оверсайз, либо на более крупный размер S или M даже спокойно подойдет. Вот Лена решила ее одеть. К примеру, мои плечи размер M, а вообще ношу я S. Смотрится на мне она вот таким образом. Очень освежающий цвет такой летний, желтый. Кстати, она такая милая, приятная. О, тут тоже есть, смотрите. Я ее одела и сразу захотела взять лонг и куда-нибудь на закат. Ну, не обязательно на закат. Можно взять лонг и где-нибудь типа Кипра, по променадику. Классно. Настя. На загорелом теле, я думаю, будет вообще классно выглядеть. В ней точно жарко не будет, а какая она мягкая. Вот такие классные вещи можно взять в секонд-хенде, ребята. И не обязательно это будут какие-то обноски или поношенные. Например, если вы человек более брезгливый, то, как вариант, берите новые, ходите в перчатках, в масках, дезинфицируйте руки. Мойте нос после секонд-хенда обязательно, лицо умывайте. Пыли там достаточно много, и чтобы сохранить свежесть и тонус лица, заботьтесь о себе. А у нас все. Всем сердечки. Крепкого вам здоровья. Пока.